Сегодня ограничат движение на съезде с левого берега на Николаевский мост. Автомобилистам на время предлагают альтернативный способ проезда. Движение на съезде с моста на улицу Дубровинского станет двусторонним. Также дорожники сняли перекрытие с крайних левых полос. В краевом управлении дорог рассказали, что ограничения вводят, чтобы обезопасить движение, пока строители монтируют путепровод на улице Волочаевской. Откроют проезд 30 апреля в полночь.